В разгар сезона огурцов многие дачники задаются вопросом, как сделать урожай обильным и защитить растения от болезней. Правильным решением является внесение натуральных подкормок и удобрений. Отличие от химических удобрений в том, что это безопасно, эффективно и экологично. Для избежания пожелтения и ускорения роста огурцов используем хлебную подкормку. Замочите буханку ржаного хлеба в ведре воды на сутки. Добавьте 30 капель йода, тщательно перемешайте. Перед использованием разводите 1 литр готового раствора в ведре воды. Полейте лунки и опрыскайте огурцы. Для улучшения вкуса и защиты от размножения грибков готовим настой из луковой шелухи. Кастрюлю с водой наполните луковой шелухой, залейте водой и доведите до кипения. Дайте настояться 3-4 дня и процедите. Для полива разводите 1 литр настоя в ведре воды. Удобрение из древесной золы богато калием. В ведре воды разведите 200 граммов золы и дайте настояться 10 дней. Регулярно помешивайте раствор. Этот состав используйте для полива корней. Для опрыскивания растений в ведре воды растворите 100 граммов золы и оставьте настояться на 10 дней. Для роста огурцов и защиты от многих болезней используйте йодовый раствор с молоком. В ведре воды размешайте 30 капель йода и 1 литр молока. Поливайте растения под корень.